Часто спрашивают, изменился ли цвет акриловых красок. И вот мы создавали с вами практически полтора года назад вот этот мотив на стене. И роспись стен, вот посмотрите, нисколько не блеклая краска, все осталось так же. Посмотрите, насколько яркие цвета, насколько яркие тона. То есть, в принципе, абсолютно свежая краска, абсолютно по-свежему смотрится. Тематика Рубенса, которую мы с вами писали, я говорю, вот примерно полтора года назад. И обратите внимание, до какой степени свежо, по-новому смотрится, и нисколько не выгорело. То есть, как я вам и обещал, что акриловая краска, в отличие от масляных красок, нисколько не меняет цвета и абсолютно не выгорает. Вот вы можете видеть по этому замечательному видео, который специально создаю для тех, кто занимается художественной росписью стен. Но я напоминаю, что художественная роспись стен была здесь сделана мною, Буяновым Дмитрием, специально для того, чтобы, как демонстрационный момент, вы могли видеть, до какой степени это удивительно выглядит на стенах. Всего доброго, друзья! До следующих выпусков! И надеюсь, что сравнительные видео у нас с вами еще будут. Но краска не изменится, опять же вам говорю, художественный акрил нисколько не меняет свои свойства.